Здравствуйте, я вот вам книгу пришел вернуть. Спасибо огромное, очень интересно. Здравствуйте, очень приятно. Как ваша фамилия? Науменко. Замечательно. Будете еще что-то брать? Да, с удовольствием что-нибудь возьму. Очень люблю читать, но времени нет. И знаете, у вас тут огромный выбор. Даже не знаю, с чего начать. Вы, наверное, уже все прочитали. Конечно, нет. Вы же видите, сколько у нас здесь книг. Но нам помогает каталог, нам помогает интернет, нам помогают такие же читатели, как и вы, которые приходят и рассказывают про интересные книги. Ну, часть каких-то книг мы, конечно, читаем сами. Мне кажется, профессия библиотекаря очень интересна. А как вы давно работаете здесь? И почему вы решили стать библиотекарем? Я с удовольствием расскажу свою историю, но вы должны мне помочь расставить книжки. Я с детства мечтала быть художником, но не поступила, потому что в художественное училище пошла поступать после 10 класса. Ставь сюда книжечку. И поэтому пошла в библиотечный, поскольку с детства любила читать. А что, библиотекарь где-то учится? Да. Мало того, в училище, а потом еще в высших учебных заведениях. А какие специальности изучает будущий библиотекарь? Мы изучали и специализированные свои предметы, библиотековедение, библиографию, историю библиотечного дела. Очень много у нас было литературы, потому что мы должны разбираться и в советской, и в русской, и в зарубежной литературе. Ну и остальные общеобразовательные предметы тоже были. Пойдем. Сюда поставь книжечку. Вот все же кому-то профессия библиотекарь покажется скучной, ведь здесь тихо, спокойно, целыми днями проводишь в мире книг. Скажите, как вы думаете, какими качествами и особенностями характера должен обладать библиотекарь? Библиотекарь, да, он должен обладать усидчивостью, должен обладать терпением, должен обладать, должен быть контактным к людям, потому что люди приходят разные, кому-то просто хочется пообщаться. То есть вот человек разговаривает с тобой, разговаривает, рассказывает про свою жизнь. Там, может быть, полчаса, может быть, 40 минут. То есть ты должен к этому человеку относиться по-доброму всегда. Скажите, пожалуйста, а библиотекарь должен любить книги и любить литературу? Несомненно. Без любви книгам в нашей профессии делать нечего. А что вы любите читать? Ну, в разные периоды своей жизни мне нравились разные авторы, разные литературные течения. И мистику любила, и фантастику, и фэнтези. А сейчас я предпочитаю православные книги. Лена Сергеевна, вот профессия библиотекаря уже более 4500 лет. И, конечно же, что тогда это была совершенно другая профессия. Но скажите, чем отличается библиотекарь 100 лет назад и сейчас? Ну, я скажу, чем он не должен отличаться. То есть библиотекарь всегда должен быть компетентным, да? Он должен знать свой фонд, он должен знать своих читателей и 100 лет назад, и 1000 лет назад. Но сейчас, конечно, технический прогресс, он вносит свои коррективы. То есть сейчас библиотекарь должен уметь работать на компьютере. А чем занимаюсь конкретно я? Давайте я вам лучше покажу. Сергей, берите стул, присаживайтесь. Сейчас я вам покажу, чем я занимаюсь. Вот, например, я веду сайт нашей библиотеки, потому что сейчас читателей нужно привлекать, в том числе и с помощью интернета. Также мы ведем группу в социальных сетях. Например, группа ВКонтакте. Вот свежая рекламка, «Библионочь». Библиотекарю приходится еще и быть верстальщиком разных реклам, изучать программу Photoshop в том числе. Елена Сергеевна, а вы сами как-то учитесь вот работать с сайтом, с социальными сетями, или вы как-то тоже проходили специальное обучение? Кто-то что-то подсказывает, кто-то помогает, какие-то, может, почитатели советы дают. Вот так все сами. А все же, что вас больше всего привлекает в профессии библиотекаря? Это работа с людьми, с книгами, или все же использование новых технологий, без которых, как я сейчас понял, в принципе, эта профессия не может существовать? Моей профессии меня как раз и привлекает вот это вот обилие возможностей. То есть ты и, как говорится, и чтец, и жнец. То есть ты можешь сценарий написать и сам же в этом концерте выступить, и быть в этом концерте ведущей, и фотографом этого концерта.
и видеозапись этого концерта делать, и тут же это все выкладывать на сайт, и об этом мероприятии написать. То есть сейчас библиотека – это такая масса возможностей для человека, который приходит сюда работать. Спасибо вам огромное. Я сегодня узнал очень много интересного. И действительно, профессия библиотекаря оказалась очень разнообразной профессией. И теперь на вопрос, кем же мне стать, я могу поставить еще одну галочку. Может быть, библиотекарем?